мое положение. Вы видите, я... Ну что вы делаете? Это даже мужчина.
Лаза, видишь, меня вон. Ну да, вы хотите вести моего мужа. Милицию. Ты сама звонить? Мне трудно. Зачем ты это сделал? У меня не было гражданского побуждения. Это все исключительно ради детей. Гражданин, пойдем. Да никуда я не пойду. Вот поймаю Мьюса, получу резолюцию, а потом идите куда хотите. Послушайте, вы видите, человек болеет за свое дело, ну пусть он получит резолюцию. Спасибо вам, товарищи Гатюк, вы меня морально поддержали. Один момент, я сейчас.